Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Градообразующее предприятие последовательно развивает систему менеджмента качества. Саянхимплат в очередной раз прошел аудит с хорошим результатом. Законодатель идет навстречу народу. Изменились сроки и процедура регистрации недвижимости. Бассейн «Дельфин» открылся после ремонта. Визит без приглашения. Наркоконтроль и спецназ провели совместную операцию в зиме. «Джинсы и береста» – две композиции художницы Виктории Циклер покорили искушенную французскую публику на выставке в Марселе. Тряхнули стариной. В преддверии 95-летнего юбилея ВЛКСМ саянские комсомольцы провели фестиваль бардовской песни. А теперь об этих и других событиях более подробно. С 22 по 26 октября в акционерном обществе Саянхимпласт работала группа экспертов организации по сертификации «Русский регистр», специалисты которого провели аудит нескольких систем менеджмента предприятия. В течение 4 дней в акционерном обществе «Саянхимпласт» проходила плановая рабочая аудит-проверка системы качества менеджмента, экологии, охраны труда и промышленной безопасности группы экспертов Ассоциации по сертификации «Русский регистр». В ходе работы специалистами было проверено около 35 подразделений химического предприятия. Результаты достаточно хорошие. То есть с их стороны были сделаны наблюдения, которые считают они направлены только на улучшение, то есть оценили достаточно высоко нашу деятельность, и деятельность действительно, это результаты очень хорошие. Поэтому оценка дана достаточно хорошая. Эксперты проверили более половины подразделений и получили необходимую информацию для подтверждения соответствия систем менеджмента установленным требованиям. Те наблюдения, которые были сделаны, они сделаны с точки зрения улучшения нашей деятельности, то есть в плане даже помощи. То есть не для того, чтобы мы устраняли что-то, какие-то несоответствия, а в плане того, чтобы ту деятельность, которую мы сейчас осуществляем, эта деятельность развивалась еще в более результативном русле. По результатам инспекционной проверки эксперты отметили, что предприятие постоянно развивает систему менеджмента в соответствии с принципом постоянного улучшения системы менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда. В ходе проверки эксперты Ассоциации по сертификации «Русский регистр» несоответствий не выявили и подтвердили действия выданных сертификатов. С 1 октября вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и в закон о государственном кадастре недвижимости. Изменения касаются сроков регистрации прав на недвижимость. Каждому человеку хотя бы один раз в жизни приходилось оформлять правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, будь то квартира, индивидуальный жилой дом, дача, гараж и прочие объекты. Если не случалось, то это обязательно произойдет. Все, кто прошел эту процедуру от начала и до конца, знают, как порой непросто и не быстро продвигаются дела на пути получения конечного документа – свидетельства о праве собственности. И законодатель, то есть государство, стремится упростить и облегчить процедуру. Так, 23 июля 2013 года были внесены изменения в два федеральных закона, номер 250 и 251, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и о государственном кадастре недвижимости. Наиболее значимым изменением является уменьшение срока государственной регистрации, а также срока осуществления государственного кадастрового учета на объекты недвижимости. Так, ранее срок государственной регистрации составлял 20 календарных дней, а осуществление государственного кадастрового учета – 20 рабочих дней, практически месяц. В настоящее время эти оба сроки составляют 18 календарных дней с момента принятия соответствующего заявления на государственную регистрацию, либо на осуществление государственного кадастрового учета. Также изменения внесены в статью 25.3 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Таким образом, несколько упростился порядок регистрации. Из состава документов, которые необходимо было предоставить на такую государственную регистрацию, исключен кадастровый паспорт жилого дома. Таким образом, в настоящее время для государственной регистрации необходимы только землеотводные документы, соответствующие постановления, либо договор купли-продажи, то есть документы на земельный участок. Ранее к данным документам предоставлялся также кадастровый паспорт. Но вот этот упрощенный порядок регистрации жилых домов, а также объектов незавершенных строительством объектов индивидуального жилищного назначения, он будет существовать до 1 марта 2015 года.
После этой даты для регистрации прав на недвижимость необходимо будет предоставлять разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. А пока для подтверждения факта создания объекта недвижимости достаточно простого технического описания объекта, которое составляет кадастровый инженер и передает его в кадастровую палату для постановки на учет. Но упрощенная процедура касается лишь тех объектов недвижимости, что не имеют истории, правоустанавливающих документов, либо он, объект, только создается в настоящее время. Тем не менее, глава Саянского отделения Росреестра Ольга Кривозуб предлагает всем желающим зарегистрировать свою недвижимость по упрощенной процедуре поторопиться. Это только кажется, что до 1 марта 2015 года целых 18 месяцев. Оформление в собственность земельного участка – дело затратное как по времени, так и в финансовом плане. Голубые дорожки бассейна «Дельфин» вскоре оживут вновь. Спортивный объект открылся после ремонта. Прекрасное настроение и масса положительных эмоций. Плавательный бассейн «Дельфин», в котором проведен ремонт, заменена кафельная плитка, чаша и выполнена отделка тумб, радует и манит синевы воды. Облицовочный материал для чаши строители подобрали как нельзя лучше, считают любители плавания. Это цвет воды, бассейн, ну и белые полосок, и цифры красивые стали. Голубизна, во-первых, водного пространства, да, отмечается сразу же. Немножко плитка скользковатая, скользко. А так красиво, хорошо, комфортно. Сразу же как-то это, и настроение, и все от голубизны, от синевы, от этой. Цветов бы побольше, конечно, сюда еще. Красивый ремонт у нас, да. Бассейн красивый. Вот, значит, водичка хорошая. Вот. Люди с удовольствием у нас занимаются. Люди с удовольствием ходят и плавают в бассейне. А особенно, когда приходят первые посетители, первый раз, вот, значит, те прямо удивлены, что так у нас хорошо в бассейне, что у нас уютно, красиво, все везде покрашено. Вот, бассейн, цвет красивый, водичка голубенькая. Ремонт стал возможен благодаря выделению из областного бюджета по программе народной инициативы финансирование в размере 1,5 миллиона рублей. Выполнила работу строительная компания ИП «Сигитова». На средства, выделенные муниципальным центром физической подготовки, в бассейне сделан ремонт потолка. Плавательный бассейн «Дельфин» работает с 9 до 21 часа без выходных. Сотрудники Саянского наркоконтроля совместно с иркутским спецназом в очередной раз провели комплексное мероприятие. На этот раз люди в форме пришли без приглашения к зиминцам, подозреваемым в наркоторговле. Сама операция прошла в считанные секунды. Больше времени уходит на подготовку, распределение ролей. Неудивительно, что сам начальник группы называет своих подчиненных артистами. И у каждого офицера свой позывной. День начала операции держится в тайне, в которую посвящены не более 2 человек. После подготовки и обсуждения сценария работы, каждый офицер группы знает, что должен делать именно он, и не забывает, что все здесь прикрывают друг друга. Если что-то пойдет не так, то спецназовцы откроют огонь без предупреждения. Итак, до начала операции осталось несколько минут. Проблема в том, что все подходы к дому по периметру просматриваются камерами наблюдения, а главное для спецназа – это внезапность. Командир подразделения дает команду «приготовились», и через несколько секунд, как выстрел по рации, работаем. Уже через пару секунд все, кто находился в квартире, лежали на полу и даже не думали сопротивляться. С сотрудниками Саянского наркоконтроля задокументирована преступная деятельность цыганской семьи, проживающей по адресу город Зима, улица Донская, 14-1. В настоящее время проведена реализация оперативных материалов совместно с сотрудниками спецназа управления города Иркутска. Проводятся обысковые мероприятия. После нескольких часов работы были составлены протоколы, но удивило одно. Буквально через несколько минут к нехорошей квартире подъехал адвокат. Да и сама операция, по словам начальника Саянского наркоконтроля, пошла не так. Уж изначально возникало такое впечатление, что спецназовцев ждали. В любом случае операция прошла, а проходившие мимо соседи благодарили сотрудников наркоконтроля и просили приезжать почаще.
Осенняя пора, очей очарования и время призыва вооруженные силы. В минувшую пятницу в городском военкомате прошел День призывника. Проведение городского мероприятия, посвященного Дню призывника, стало уже традицией. Данное мероприятие направлено на формирование гражданственности и патриотизма, преемственности поколений защитников Родины и воспитание положительного отношения среди молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Этой осенью защищать рубежи Родины отправятся 42 саянских парня. С напутственными словами к будущим воинам обратились ветераны Великой Отечественной войны Михаил Карнаухов и Виктор Паничкин. Уважаемые призывники, очень хорошо, что вы идете в армию. Лично я завидую вам. Идете вы очень в хорошую организацию, где все хорошо отточено, все порядок. У каждого будет обязанности четко написаны, до самых мелочей. Наша российская армия имеет большие боевые традиции, а вы призываетесь, чтобы их еще приумножать. Ребята, вы сейчас, дорогие для меня люди, отправляетесь в мирное время. Я что вам хочу пожелать? Здоровья. Ну, одно это и отличной службы. Не бойтесь, держите себя, как подобает молодым ребятам, с честью, с достоинством. А достоинство это определяется веками, что наша нация Русь не была порабощенной. Тем, кто уходит выполнять свой долг перед Родиной, выступающие желали успешной воинской службы, солдатской дружбы, здоровья и твердости духа. Служба в армии – это работа физическая, и нужно быть, вот как ветераны говорили, иметь здоровье. Ну а чтобы иметь здоровье, конечно, нужно заниматься и спортом в том числе. Ну, а если сказать про армию, то вы, наверное, слышали, что в настоящее время на армию отпускаются очень большие средства, финансовые средства, людские средства, материальные. На перевооружение будет направлено более 20 триллионов рублей вот на предстоящие годы. Сегодня служба в армии вновь становится престижной. В вооруженных силах страны значительно улучшилось материальное обеспечение офицерского состава, решается вопрос с жильем. Армия превращается в структуру, где солдаты могут спокойно учиться воинской грамоте, набираться опыта и становиться настоящими мужчинами. Педагог Саянской художественной школы Виктория Циглер стала участником международной выставки, которая совсем недавно завершилась в Марселе. Своими впечатлениями от поездки во Францию она поделилась с нашим корреспондентом. Фестиваль-конкурс «Россия и Европа молодая» прошел в Марселе с 14 по 21 октября. Итогом участия в столь престижном мероприятии для педагога детской художественной школы Саянска стало второе место творческой выставки. Любому художнику приятно, наверное, получить какой-то результат своей работы, да? А тем более, когда его оценили на уровне, может, еще и международном, вот, это всегда приятно. То есть уже знаешь, что в этом направлении вот надо работать, вот это интересно публике, причем публике более-менее искушенной уже. В фестивале-конкурсе Виктория приняла участие в составе российской делегации, куда вошли более 150 художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, музыкантов, вокалистов. Это получился вообще третий тур моего участия в выставке. Первый тур был новосибирский, когда пригласили в Испанию вот в прошлом году. А в этом году это считается уже третий тур, то есть после Испании я уже не принимала участие, меня уже просто пригласили поучаствовать вот в этом фестивале. Виктория выставляла две работы, выполненные в разных техниках – джинсовое фондю и береста. Великолепных персонажей Романа Сервантеса Санчо Панса и Дон Кихота, а также берестяную композицию «Борзые собаки». Я очень много собираю всяких вот этих металлических деталек,
А там увидела мастеров, которые работают именно с металлом. То есть они варят, сваривают, приваривают. Очень много таких интересных фигурки такие получаются. То есть это тоже как бы вот меня вдохновило. Причем очень много работают мастеров именно французских с бросовым материалом, про которые я все время тоже вот говорю, почему нужно покупать очень дорогие какие-то заготовки в магазине, когда вокруг нас, ну, кладезь всего, из чего можно делать. Так что итогом участия в выставке стали не только награды и признания французской публики, но и новые идеи, которые Виктория намерена непременно воплотить в жизнь. И в продолжение темы художественного творчества. Традиционная выставка «Учитель-ученик» сейчас работает в картинной галерее детской художественной школы Саянска. На открытии побывала наша съемочная группа. Яркие букеты из всевозможных цветов – пионов, роз, маков, незабудок, подснежников и многих других – украсили стены картинной галереи Саянской детской художественной школы. Здесь 25 октября открылась традиционная выставка «Учитель-ученик», темой которой в нынешнем году стали цветы. Цветы – это рай для художников, потому что можно показать множество оттенков, множество разных видов, форм. То есть огромное количество и огромные возможности для творчества. 1 сентября ученики художественной школы пришли в классы с огромными букетами и сразу же начали писать. Подготовишки, выпускники, педагоги – все вместе и организовали эту выставку, работ на которую было заявлено так много, что даже лучшие из них не поместились в зале галереи и были выставлены в коридорах школы. Преподаватель всегда должен показать своим ученикам, чему они должны научиться, поделиться своим опытом на практике и, конечно же, показать всем остальным, чему научились его ученики. Эта выставка, говорят организаторы педагоги, еще и своеобразный мастер-класс, а также стимул для малышей. Эти работы дают возможность посмотреть, что этому можно научиться. Посмотреть, вот ты начинаешь только, и глядя на работы пятиклассников, выпускников, ты понимаешь, что да, этому можно научиться, только приложи трудолюбие и усидчивость. Большинство работ выполнены акварелью, однако традиционно на выставке представлены батик, картины, написанные маслом, гуашь. Новые две изюминки на этой выставке – это я вот сейчас смотрю на работу Натальи Алексеевны Липкиной. Она детям показывает работу с шерстью. Это сейчас модный материал. Вот. И у него безграничные возможности. И еще у нас появился новый молодой педагог, наша выпускница. По первому образованию она мастер росписи, народной росписи. И вот она показала здесь детям технику росписи. Выставка в Саянской детской картинной галерее будет работать в течение месяца. Теперь спортивных побед и достижений будет значительно больше. В Саянске создана новая спортивная федерация по боксу. Для возрождения традиции бокса, его развития и продвижения на новый уровень в Саянске создана городская спортивная общественная организация «Федерация бокса». Цели и задачи Федерации бокса – это привлечение молодежи, популяризация такого вида спорта, как бокс, развитие этого вида спорта материально, также морально, привлечение коммерческих организаций, определенных предприятий, чтобы помогать развивать такой мужественный вид спорта в нашем городе. Федерация бокса позволила объединить профессиональных спортсменов, спортсменов-любителей и общественность, интересующуюся таким видом спорта, как бокс. Федерация бокса в Иркутской области насчитывается в количестве 14 штук, практически в каждом крупном городе. Также есть у нас областная организация, это Иркутская областная федерация бокса в Иркутской области, президент Помляков Андрей Николаевич, который тоже нам помогает в создании нашей федерации. Сейчас, значит, оформляем все документы, буквально сегодня уже заканчиваем, там ННН, ОГРН, все это, счет в банке открывается, удостоверения все заполняются, чтобы все было официально, то есть люди, чтобы помогали не просто так, можно на счет перевести деньги. Федерация бокса Саянска сегодня занимается порядка 100 школьников. В нашем городе проводится один из крупнейших в области межрегиональных турниров. Вот, я пользуюсь случаем, хотел пригласить всех жителей с 22 по 24 ноября на наш межрегиональный турнир с участием сильнейших боксеров Иркутской области, Республики Бурятия, Амурской области, Красноярского края, Республики Хакасии и многих других гостей.
Ожидается участие 4 человек сборной команды России среди юношей. Потому что турнир у нас крупный. Из последних достижений саянских спортсменов стало 3-е место Алексея Пахомова в 4-м всероссийском турнире класса Б памяти Виктора Кондратюка, проходил который в Усолье-Сибирском с участием сильнейших боксеров Сибири и Дальнего Востока. В череде предпраздничных мероприятий, посвященных юбилею ВЛКСМ, во Дворце культуры «Юность» прошел концерт бардовской песни. Мероприятие превратилось в дружескую встречу старых друзей, которые посвятили свою трудовую биографию Саянску, развитию градообразующего предприятия и заложили добрые традиции молодежной жизни нашего города. «Гитара по кругу» под таким названием прошел в Саянске концерт авторской песни в рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилею Ленинского комсомола. Последний такой слет саянских бардов случился 5 лет назад и также был приурочен к юбилею, тогда 90-летию ВКСМ. И действительно, в этот вечер гитара шла по кругу. На сцене и в зале собрались давние друзья. Те, кто в январе 86-го стали организаторами Саянского КСП. Их верные единомышленники и слушатели. Те и другие во время концерта свободно общались из зала и со сцены, перебрасывались шутками и замечаниями. Как родных приветствовали саянцы Павла Ханыгина, Валерия Рыкова, Александра Митина, Олега Сутурина, тех, благодаря кому когда-то Саянский фестиваль авторской песни «Первоапрельские струны» гремел на всю область. Песня, поющаяся поэзия, авторская песня – это нечто глубоко индивидуальное, сокровенное. Это реализация потребности высказаться, поделиться тем, что наболело. И аплодисментами встретил зал Надежду Антипкину, чья поэзия, по словам почитателей, как молитва – нас выше. Вот и улетели наши голуби, отзвенели песни и капели, отсверкала радужная молодость, даже оглянуться не успели. Даже не успели надышаться запахом разбуженного солнца. Что же это, как же это, братцы? Вот уже и вечер закончился. В известной степени середины 60-х годов авторская песня стала в стране общественным движением, формой противостояния мыслящей части общества коммунистическому режиму, альтернативой советской массовой официозной песни. Конечно, не все барды были, как Галич, политическими диссидентами. К примеру, новелла Матвеева или Юрий Кукин вполне аполитичны. Но всех бардов объединяло уважение к человеческой индивидуальности и мечта о личной свободе. Под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до 100 мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась хванчкара, поздно и дома ждут, пора. Если эстрадную песню ценят прежде всего за музыку, то авторская песня в первую очередь оценивается за качество стихотворного текста. Свои стихи и, возможно, потенциальные тексты будущих песен представил зрителям Сергей Прочанкин. Этот город, словно белый теплоход, монументом сел на мель среди тайги, мачты сосен в небо выставил, и вот... 30 лет уже качает нас в пути, 30 лет туманом выбили на грудь, и багульником украшена корма. Этот город не предать, не обмануть, не смогу уже я точно никогда. Существует мнение, что история бардовской песни закончилась с уходом тоталитарного строя. Однако, похоже, что вольный бунтарский дух и чувство абсолютной внутренней свободы, присущей бардовской поэзии, востребованы и сегодня. Доказательством этого стала новая авторская песня Михаила Шереметьева «В этом небе», которую исполнили музыканты группы «Тихий час». Ослепленные снега укрывают горы и мечтают вниз мчаться, как река, морем стать и просто облаками. В этом небе плыть над миром и печалиться дождем.
И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.